в новостях, не новостях, может, там бирка моя всплывет с фамилией, потому что у меня вещей больше нет, короче. Почему? Потому что у нас танк горел. Нас подорвали, мы на фугасе взлетели, короче. Все шмотки там остались, нахуй. Механик, наводчик мертвы, короче. Мы четверо на броне сидели, нахуй. Нас просто раскидало по деревьям. Ну а так, что, живой, ничего не обжегся, нигде не сломал? Да не, ну почку отбил, нахуй. Ну, нас подкинуло на 4 метра воздух, нахуй. Арестанов и я. Вот нас четверых распидорасило, нахуй. Из деревни выехали, короче, и где-то в районе 12 часов мы попали, нахуй, в Пиздорезину. Серьезную. Побросали технику и пешком, короче, лесами уходили. Ни людей, ни техники особо не осталось. Сейчас тут артой отрабатывает по этим деревням. И деревни эти сжигают хуем собачьим. Въебали магазин. Я такой счастливый, думаю, все, теперь мы заживем, нахуй. И все, короче, сгорело хуем собачьим.